Сегодня, в последний день ноября 2014 года, 30 числа, в Свято-Троицком храме Украинской Православной Церкви состоится воскресная божественная литургия, в ходе которой священнослужители храма, как обычно, будут молиться о здравии и исцелении всех онкобольных. Рабо Боже, болящий онко, болящий, болящий наница Кирилла, болящий Трковица Софии, болящий наница Таисии, болящий наница Ольги, болящий Людмилы, болящий Елене, болящий Софии, болящий Маргарите, болящий наница Таисии, болящий Трковица Софии, болящий Трковица Ирины, болящий Трковица Софии, болящий наница Анастасии, болящий младенца Ярослава, болящий Зои, болящий Таисии, болящий Михаила, болящий младенца Кирилла, болящий младенца Никиты, болящий Сергия, болящий отрока Максима, болящий отрока Арины, болящий отрока Романа, болящий отрока Олега, болящий младенца Елизаветы, болящий младенца Ольги, болящий отрока Екатерины, болящий младенца Елизаветы, болящий отрока Иоанна, болящий отрока Максима, болящий младенца Алевтины, болящий младенца Анны, болящий младенца Александры, болящий младенца Марии, болящий Раисы, болящий Николая, болящий Виктора, болящий Валентины, болящий младенца Анастасии, болящий отрока Сергия, болящий отрока Олега, болящий отрока Максима, болящий отрока Вице Марии, болящая Дорковица Анны, болящая младенца Анны, болящая младенца Варвары, болящая Александры, тяжко болящая Ксении, тяжко болящая Анны, болящая Светланы, болящая младенца Алексея, болящая отрока Романа, болящая Максима, болящая Татьяны, болящая Надежды, болящая Маргариты, болящая младенца Марии, болящая Триколея, болящая Елизаветы, болящая младенца Ольги, болящая Трковица Екатерины, болящая младенца Елизаветы, болящая Трка Иоанна, болящая Трка Максима, болящая младенца Левтины, болящая младенца Анны, болящая младенца Александры, болящая младенца Марии, болящая Раисы, болящая Николая, болящая Виктора, болящая Валентины, болящая младенца Анастасии, болящая Трка Сергия, болящая Трка Олега, болящая Трка Максима, болящая Дроговица Марии, болящая Дроговица Анны, болящая младенца Анны, болящая младенца Варвары, болящая Александры, тяжко болящая Ксении, тяжко болящая Анны, болящая Светланы, болящая младенца Алексея, болящая отрока Романа, болящая младенца Максима, болящая Татьяны, болящая Надежды, болящая Маргариты, болящая младенца Марии, болящая отрока Олега, болящая младенца Елизаветы, болящая младенца Ольги, болящая отроковица Екатерины, болящая младенца Елизаветы, болящая отрока Иоанна, болящая отрока Максима, болящая младенца Алевтины, болящая младенца Анны, болящая младенца Александры, болящая младенца Марии, болящая Раисы, болящая Николая, болящая Виктора, болящая Валентины, болящая младенца Анастасия, болящая отрока Сергия, болящая отрока Олега, болящая отрока Максима, болящая отрока Вице Марии, болящая отрока Вице Анны, болящая младенца Анны, болящая младенца Варвары, Вячеслава, болящая Наталья, болящая Евгения, болящая Владимира, болящая Владислава, болящая Елена, болящая Жанны, болящая Софии, младенца Никиты, Елены, Татьяны, Ирины, Ольги, Татьяны, Фатини, Елены, Натальи, Людмилы, Алексея, Дроговицы Марии, болящей Ксении, болящей Анатолия, Марии, болящей Ольги, болящей Сергия, болящей Светланы, болящей младенца Марии, болящей младенца Варвары, болящей младенца Анны, болящей Дроговицы Валерии, болящей младенца Максима, болящей младенца Максима, болящая младенца Николая, болящая младенца Максима, болящая младенца Ангелины, болящая младенца
Верении, тяжко болящей Траковицы Валерии, тяжко болящей Ксении, тяжко болящей Анны, болящей Светланы, болящей младенца Алексея, болящей Александре, тяжко болящей Ксении, тяжко болящей Анны, болящей Светланы, болящей младенца Алексея, болящей Дракормана, болящей Артемия, болящей Светланы, болящей младенца Максима, болящей младенца Марии, болящего Виктора, болящего младенца Марии, болящего младенца Максима, тяжко болящего Драговицы Валерии, тяжко болящей Ксении, тяжко болящей Анны, болящей Светланы, болящего младенца Алексея, болящего Драгоромана, болящего младенца Кирилла, болящего Драговицы Софии, болящего младенца Таисии, болящего младенца Ольги, болящей Людмилы, болящей Елены, болящей Софии, болящие Маргариты, болящие младенца Таисии, болящие Драговицы Софии, болящие Драговицы Ирины, болящие Драговицы Софии, болящие младенца Анастасии, болящие младенца Ярослава, болящие Зои, болящие Таисии, болящие Михаила, болящие младенца Кирилла, болящие младенца Никиты, болящие Сергия, болящие Драго Максима, болящие Драговицы Арины, болящие Драго Романа и всех православных христиан. Александр, гуляш, чаш, гуляш, Ксения, гуляш, Иоанн, гуляш, Светлана, гуляш, Анастасия,
младенца Марии, пляши, Оли, пляши, все пляши, пляши, Марии, пляши, пляши, Марии, пляши, Марии, пляши, Марии, пляши, 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 Yeah.